Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня расскажу о программе NVinFlash. Интересная и довольно распространенная. Она уже не поддерживается с 13 или с 15 года. Но, блин, она не на все идет, ни ноутбуки, ни компьютеры. Показывают большую фигушку. Винтой, по крайней мере, вот испробовал, так как я не сижу ни в офисе, ни в мастерской. Чтоб все под руками силы поехал, дома ковыряешься там или где-то, и не получается редкий раз. В этой WinFlash и WinToy еще более-менее две программы, которые могу загрузить туда более 10 или 15 ПО разного сорта, драйвера, ну и все прибамбасы, чтобы они работали исправно, раздельно и приятно душе были, чтобы без всяких недостач драйверов и все остальное. На это у всех все распространено и понятно. А те, которые делают видео и одно и то же видео и старых эмалат и все остальное, запустили, показали, но не рассказали, как перебивать надо у эфи на эфи. О, поехали, самое интересное. Так, что нам сейчас надо? Скачиваем последнюю программу, знаете где, смысла нету объяснять. Смотрим, вот у меня жесткий диск от ноутбука, то и коробочки все прибамбасы купил, так как если воткнешь его на компьютер, показывать не будет, так как я пользуюсь постоянно этой системой, увы, так она есть. Поехали. Устанавливаем. Приятно стало. Окей. Ну что, все, пока. Берем и форматируем. Как видите, EFAT. На EFAT, на RFS. Не у каждого ноутбука компьютера поддерживает. Это точно могу сказать. Так, пишу я здесь системы. Не буду пока писать. Так, начать. Пока ничего не буду писать. Так, форматнули. Так, теперь. Он же у нас винтой. Винтой. Та же система и осталась у нас. Что нам надо сделать? Берем наш опять винтой. Запускаем. Ну, у меня нет от имени магистратора, так что делаем от своего имени. Берем калькулятор и начинаем. Но у меня, конечно, я двоечник, сразу говорю, так что деньги я умею считать, а вот у меня нет. Так, поехали. Что нам надо сделать? У меня система ISO свойство занимает PO54. Тут семерки, восьмерки, десятки, кроме XP-шки. Все остальные антивирусники, взломы, не взломы, ну и все остальное. Проверка, не проверка. Все есть. Это меняем на Linux и Linux нужны. Так, еще раз, что-то я заговорился, сколько у меня на свойства. 54. Ну, я надеюсь, со временем может быть и добавится что-то, ну и мало ли что. Так, делаем. Это я аппаратно закрыл. Ага, 298. Есть 98 минус 100, минус 100, минус 100 равно. Вот нам что сделать надо, сто девяносто восемь. Окей. Устанавливаем, да.
Окей. Ну что, мы здесь закрываем. Это тоже закрываем. Закрываем. Заходим в наш, как его все называют, режим Бога. Не вот это режим Бога. Режим Бога, вот он. Сам. Так, управление компьютером. Управление дисками. Это должен знать как кочи сам. Так, берем, создаем том, там. О, все. Создаем. Да. Интерфейс. По умолчанию. Окей, да. О, что сделать? Все правильно. Еще раз. Не хочу винтой. Ненавидел с детства английский язык. Здесь мы напишем. Так, здесь смотрим. ЕФИ. О чем был вопрос-то? Все, запускаем. Вот у нас система и программа. Систему мы запускаем. Да, для уверенности можете форматнуть еще раз. Берем стандартный, по-моему, 4 байт. Килобит, по-моему. 4, по-моему, стандарт. Пускай будет окей для надежности, чтобы мы уже в курсях были, чтобы при работе с клиентами не ударить себе в грязь, приходить, например, ехать. У меня был такой случай, я поехал в другой поселок, а у меня он старый BIOS был, а у меня WinFlash. Сдох, я повернулся, сказал: «Туш, извините, я с собой жестких дисков не взял, и как бы CD-дисков не взял», и с тех пор начал брать с собой CD-диски. Но не у каждого работают. Так, что теперь делаешь? В наше время сейчас идут только запуски и работы только через флешки все. Программа — это программу сюда загоняете, а сюда загоняете, берете. Ага, вот внизу открываете. Ну и поперли. Все, в открытом виде. Больше никак. Так, при заперегрузке на ноутбуке и на компьютере, если они старого образца BIOS, EFI идет, переключаем при загрузке. Там написано у EFI, когда включаете, у вас будет картинка, и на картинке начнет кругляшок. Это EFI загружается. Потом другое переключаетесь, картинки нету, черненькая, и начинается загрузка без всякой картинки на черном экране там, или логотипе этот, кто он там, Windows и кругляшок. Это нормальная система. Еще раз говорю, старые BIOS какого-то года, не помню, они все и заводские идут. Я вот недавно прям столкнулся, буквально 3 дня назад, и был Windows, стоял на EFI.
Вот, мне пришли, так как не все туда программы загружаются, только через эту систему. Здесь, по-моему, или на 3, или на 4 на BIOS винтой у вас будет снизу написано 5, 4. Сейчас шестую кнопочку, кстати, поставили, не знаю, не проверял. Сейчас буду проверять при загрузке. Там будет написано, по-моему, переставить EFI на UEFI. О, как. Вы перебиваете, она даже не перегружается, что там обратно в BIOS становится свой. И она, в принципе, нормально перегружается, все загружается, система, все без ошибок. И не надо будет вытаскивать жесткий диск и переформатировать его на другой системе. Так что реально можно все сделать. Как-то так. Вот это точно. Потому что я вот недавно то же самое EFI на UEFI перебивал. Я еще раз говорю, зашел в пятую или в четвертую. Там внизу был у меня переводчик еще офлайновский есть. От Яндекса я скачал на гаджет на свой. Мгновенный перевод называется. Он даже без интернета работает офлайн. Да. И там было, потому что интерфейс там все равно по-английски идет. Ну, все нормально получилось. Я перебил EFI на UEFI. И все, как бы, как-то так. Все работает. Но еще раз говорю, старые ноутбуки и компьютеры, они поддерживают, но притормаживают BIOS. Так что приходится перебивать BIOS. Прямо не помню, на Legacy, надо перебивать UEFI на ноутбуке UEFI Legacy. В Secret надо отключать. Безопасность включаете и ставите Wi-Fi, тогда у вас ничего, все будет нормально, переключится и будет работать. И вы можете перепрошивать жесткий диск, ну, на этот, или можно сделать как-то перебить на этом, я забыл как называется, на переносной системе, например, я тоже перебивал. Меня систем-то много, как бы это. На той перебил. Винпе. Я потом винпе, наверное, что 8 или 9. Вот каждая винпе. Директор, например, и вот этот вот как он. Вот он. А мы. Ну а мы, он, блин, хороший, но он тупит что-то. Тоже не врубаюсь. Что тупит, прям непонятно, что. Так, ну что ж, всем спасибо, до свидания. Пишите, рассказывайте, если что-то интересное есть. Можете подписаться. Ну, я никого не заставляю. Кто хочет узнать новости о тех, кто ходит, не сидит в мастерских, не знают или просто не понаслышке это все делали. Но у меня общение с людьми, так что многие заблуждаются, что нам хлебушек очень легко. Так что узнаешь сразу, кто есть кто, кто чем дышит. В нашей России, можно сказать, за рубежом. И о нас, кто ходит по домам, ремонтирует компьютеры, ноутбуки, телефоны и все остальное. Так что всем пока, до свидания. Это все сделано не понаслышке. Пока. Так, что ж, прошло иное время. Мы флешку загрузили. Ну, то есть я загрузил. Вот. Именно система ПО ИЗО надо сюда делать. Вот здесь вот должно вот сюда быть. Так, а ту, которую мы делали под хранилище, это специально должно быть заднее быть.
от программы, чтобы она видела отдельно. Вот это вот когда мы форматировали ее, здесь будет написано так, подождите, ты мне не нужен. Раздел. В конце раздела диска, вот что я вам говорил. Это у нас вот этот вот 200 гигов практически. Ну и еще что. Дальше. Мы просто его обновляем. Он успешно у нас обновился. Теперь в данный момент мы перегружаемся. Я показываю, как дальше перебивать все. Типа загрузка. Так, смотрим, как мы перебиваем сейчас. Вот у меня так вот F12, у кого-то может быть F8 или там еще какая-то другая система. Вот. У меня она получается 320 в две штуки. Вот, видите, когда. Если мы нажмем на эту, обычно все всегда делают, да? Вот поставим любую систему, LSTBT, например, десятку, да, для ноутбуков. И поперли. У некоторых старого образца у ноутбука, вот видите, вот это нехорошо, это неправильно загружается. Это я не знаю, это, по-моему, для других систем, ну, может быть, для там связи какой-нибудь запрещенной, что ничего не может никак не подобраться-то. Ну, я сильно не вникал в это, но это сразу говорю, это неправильно. У нас система это плохо. Из-за этого бывает, что и слетает частенько. Вот смотрим. А так, лицензии. Далее, далее. Как видим, ни хрена мы ничего не можем загрузить. Ни одну систему. Нигде, да? Смотрим, Штурм пишет. Здесь я Wi-Fi. И здесь то же самое. Порты через вот не могем. Не могем. Это только на старой системе. Видите как? Не могем мы. И окей. Если сейчас, если вот так вот она будет, и она будет у вас, я имею в виду, загружаться. И систему можно, вот если вот этой системы, вот, например, не будет, то там, например, написано, что якобы можно загрузиться, то все остальное. Так что берите жесткий диск, ставьте в другой компьютер его, переносите данные с D, с C или не с C, ну или откуда там тут эту систему перетаскиваете, фотографии остальное, и перепрошивайте его на Wi-Fi. Сразу говорю, перебивайте. Она, ну, она как бы стабильно, нестабильная, но в основном у вас загрузка будет все равно все перебивать. Вот он раздел тот же Витой. Вот и пожалуйста вам все программы, все разделы. Вот. А должно оно загружаться? Не так. Сейчас еще раз. Ну, в принципе, F12 не надо. Надо F12. Надо. То он опять не туда попрет. Ну и вот. Нормально загружаемся. И еще раз. И, ну, можете в WinP правильно сделать, но это ваш вопрос. И еще раз LSTBT. Вот так оно должно быть нормально загружаться. Вот так вот система должна загружаться. Не так, как там мы загружали, а вот так.
Некоторые просто ошибаются, да. Но после этого просто ни одна система не подойдет загружаться. И будет работать на UEFI. На EFI, то есть. EFA, EFI. Вообще это EFI пишется, а не EFA. UEFA. Так, далее устанавливаем. Далее делаем. Применяем. Далее. Ну, вот так вот. В принципе, все рабочее. Все теперь конкретно. Можете переделывать всю вашу систему. Так, ну что ж, всем пока. Удачи. Пишите отзывы и все остальное. Удачи, пока.